Наслаждайся болью. Смерть, моя попутчица! Гори в пылающем море! Я взываю к старым богам! За пламенного бога! Жалкие червяки! Я следую по пути ритуала! Ничтожная тварь! Они даже ничего не поймут. Я займусь этим, Али. Умри! Готовлюсь к наступлению. Моя попутчица. Во имя огня и славы. Темный отец, будь рядом со мной. Я пойду здесь. Почувствуй вкус змеи. Слава и честь. Тоже слышите эти голоса? Боль, это да. Еще послужите. Гори в пылающем море. Ничтожная тварь. Да начнется ритуал. Ничтожная тварь. Смерть, моя попутчица. Ты бросаешь вызов мне? Я умру как мученица. Боль, это твоя судьба. Попробуй поймай. Я займусь этим, Али. Смерть уже рядом. Готовлюсь к наступлению. Мы примем бой здесь. Подчиняемся. Мы гнев. Наслаждайся болью.
выбить из твоего черепа! За пламенного бога! Я взываю к старым богам! Будет. Почувствуй вкус моего клинка. Жгите плоть. Отправляюсь. Мы примем бой здесь. Мы приближаемся. Нечистота — это сила. У тебя слишком мягкая плоть. Может, умрёт уже? Кость! Крадусь мимо. Попробуй мой яд. Я пошла. Гнев. Мы приближаемся. Готовлюсь к наступлению. В наступление. Тоже слышите эти голоса? Плоть — это тюрьма. Твоя плоть ноет от боли? Плоть — это тюрьма. Мы приближаемся. Две луны — красная и синяя. Да начнется ритуал! Из твоего черепа. Я следую по пути ритуала. За пламенного бога! За пламенного бога! Почувствуй вкус моего клинка. Будет. Мы не сдадимся.
Мы подчиняемся. Мы гнев. У тебя слишком мягкая плоть. Нечистота — это сила. Плоть — это тюрьма. Кости для того, чтобы их ломать. Я буду пить из твоего черепа. Попробуй поймай. Почувствуй вкус змеи. Я пошла. Сдерживаю врага. Измотаю. Мы гнев. Две луны, красная и синяя. Твоя плоть ноет от боли? О, мне это понравится. Хойлин тот. Я пойду здесь. Я займусь этим, Али.
отчаянно. Ненависть. Слава и честь. В наступление. Тоже слышите эти голоса? Мы гнев. Боль, это да. Железо! Попробуй! Плети! Почувствуй! Я залежу твои раны. Вы мне еще послужите. Умри. Я займу. Попробуй мой яд. Я пошла. В наступление. Две луны, красная и синяя. Плоть. Цепи. Смерть. Кости. Для того, чтобы их ломать.
Призванный кошмар. Гори в моем пламени. Готовлюсь к наступлению. Измотай нас. У тебя слишком мягкая плоть. Может, умрёшь? У тебя слишком мягкая плоть. Попробуй поймай. Почувствуй вкус змеи. Жгите плоть! Трезен, даруй мне свой гнев! Жгите плоть! Я есть алтарь! Я залежу твои раны.
Умри! Смерть! И снова смерть. Они даже ничего не поймут. Будет. По-моему, у нас хорошо получается. Я искупаюсь в огне. Огни стихий, горите! Я есть алтарь! Градиал Анквила! Две луны, красная и синяя. Слава и честь. Купаюсь в огне. Градиал Анквила! Отправляюсь! Градиал Анквила! Я искупаюсь в огне. Тоже слышите эти голоса? Наслаждайся болью. Это будет забавно. Может, умрём? Огни стихий, горите! Призванный кошмар. Я пойду здесь. Попробуй, мой яд. Действуем сейчас, сожалеем после. Почувствую укус моего клинка. Я пошла. Мы одержим победу. Мы не сдадимся. Я не остановлюсь. Жгите плоть! Я есть алтарь! Огни стихий, горите! Призванный кошмар! Yeah.
Наслаждайся болью. Может, свой гнев! Я искупаюсь в огне! Нас много, но мы действуем как одна. Попробуй поймай. Крадусь мимо них. Слава и честь. Удерживаю строй. За доблесть. Жгите плоть! Я служу темному пламени! Я залежу твои раны. Мы подчиняемся. О, мне это понравится.
колдовства. Ненависть! Хейль! Плети! Сдерживаю врага. Мы не сдадимся. Тоже слышите эти голоса? Дист Хойлен тот. У тебя слишком мягкая плоть. Две луны, красная и синяя. Вы мне еще послужите. Кость! Для того, чтобы их ломать. Я взываю к старым богам. Ничтожная тварь. Прокрадусь мимо них. Будет. Идем. Они даже ничего не поймут. Я займусь этим, Мави. Железо! Цепи! Железо! Умри! Вперед! Ненависть! Бешенство! Железо! В наступление! Балтаган Хойлен тот! Наслаждайся болью! За пламенного бога! Да начнется ритуал! Я пойду здесь. Они даже ничего не поймут. У тебя слишком мягкая плоть.
кости. Для того, чтобы их ломать. Смерть уже близко. Попробуй поймай. Будет. Вперед. Ори, смотри, мы могли бы взять их себе. Конечно. Целые дни подбирать за ними какашки, а потом не спать ночами, чтобы они не сожрали меня во сне. Звучит замечательно. Контрпредложение. Мы могли бы чуток поохотиться. Thank you.
Попробуй поймай. Почувствуй вкус моего клинка. Я пошла. Умри. Есть алтарь! Бетрезен, даруй мне свой гнев! Я искупаюсь в огне! Прорываю линию обороны. Нас много, но мы действуем как одна. Балтаган Хойлентот! Наслаждайся болью. Слава и честь. Измотаем их. Послушайте. Прорываю линию обороны. Мы примем бой здесь.
наслаждайся болью. Умри! Жгите плоть! Я искупаюсь в огне! Что это такое? Возрадуйся, коллекционерша. Мы принесли тебе дары. Коллекционерша не только собирает коллекцию. Есть и кое-что еще не менее приятное. Держи!
собираю многие вещи со многих астральных планов. Отдаю тебе это, чтобы помочь. Это договор, обязывающий меня представлять тебя на арене бойцовских ям. Покажи его хозяину, и он позволит тебе войти. Сражайся, обрети славу, вознесись, дитя железа и небес, выше, выше, выше. Что-то мне подсказывает, ты помогла нам не только ради бесплатного обеда из селезенок. Не только. Ты спасешь меня. Вскоре я умру, и на борту Хельзедена отправлюсь через Огненное море к моему владыке Бетризену. Там решается, обретет ли демон перерождение, или будет предан пламени, где умрет своей последней смертью. Если эта жизнь была достаточно славной, Бетризен дает нам достаточно силы и мощи, чтобы перейти на более высокое положение в нашем обществе. Так мы пробиваемся наверх. И ты считаешь, что если будешь представлять меня в бойцовских ямах, это поможет тебе обрести славу в глазах твоего бога? Я не считаю. Я знаю. Я знаю об этом на всех планах бытия. Скажу прямо. Селезенки — очень странный объект для коллекционирования. Странный — это слишком простое слово для всего недопонятого. Не оскверняй им наши языки. Ритуал единения планов требует плоти. Только и всего. Расскажи мне побольше об этом хозяине. Он такой, каковы все демоны. Непознаваемый. Эти земли предназначены им для кровавого парада битв и жертвоприношений, где повсюду льется кровь и не только. Взамен силы Невандера одарят его чем-то другим. Но чем именно? И впрямь чем? Наверное, мне не стоит об этом знать, но где именно ты держала этот диск? Все мы — порталы между астральными планами. То, что вырывается из твоих пальцев, и то, что ты называешь моей пастью, все это порталы. Физически я здесь, но сознанием я пребываю во многих местах. Этот договор родом из одного из них. Я видела тебя недалеко от Эврика. Ты пряталась. Мы... Молчи! Рука судьбы направит меня туда, но лишь ненадолго. Ты видела только один из многих путей, по которым я пойду. Я не должна знать этого. Значит, я принесу этот диск, этот договор хозяину, и он позволит нам сражаться. Звучит достаточно просто и заманчиво. Да. Воительница, будь храброй и ступай вперед.